В поиске столь могущественного артефакта отправляется столь знакомая нам искательница приключений Лара Крофт. Естественно, это Tomb Raider 2. Что можно сказать? Все стало интересней, красивей и разнообразней. Пейзажи великолепны. Появились интересные средства передвижения. В частности, можно прокатиться на моторной лодке или на снегоходе. Добавили авторы и оружие в арсенал. Оружие не слабого, автомат М16, гранатомет и подводное ружье. Проверено на гигантских акулах. Видео вставки в игре двух типов.